А открывать Майнкарт у нас будет весьма, по моему мнению, интересный бой. Это Александр Хернандес, который уже занимает 13-ю строчку после одного проведенного боя в UFC. И Оливер Обин Мерсье. Александр Хернандес, я думаю, что его все очень хорошо запомнили, так как в своем дебюте он просто уничтожил. Бинелла Дариуша, я напомню, что он там таким достаточно крупным а, андердогом шел, а, но тем не менее 42 секунды ему понадобилось, чтобы выиграть этот бой. А, до этого он выступал в организации ЛФА, где тоже а, достаточно м, такого, ну, в рамках этой организации неплохого спортсмена а, выиграл. Единственное его поражение датируется 2013 годом. Он тогда проиграл с плитом Джамалу Эмерсу. Ну, в основном он выигрывает свои бои досрочно однозначно крайне такой опасный парень перспективный но собственно сейчас я полагаю что этот бой даст ответы на на некоторые вопросы потому что все равно ну такая победа за 42 секунды не особо дает понимать, что из себя этот, этот спортсмен будет в UFC представлять. А противостоять ему будет Оливер Обин Мерсье. А, ну, это, конечно, боец, который намного опытнее, потому что он в UFC выступает с 2014 года. А, два поражения Чеду Лапрису с плитом и Карлсу Диего Ферреро решением. И сейчас он идет на очень неплохом стрике. Четыре победы подряд он выиграл Тибата Готи и Дрю Добера сабмишинами. Затем выиграл Тони Мартина. И вот в крайнем бою он э, тоже очень достаточно так жестко прошелся по Эвану Данному, накутировав его за, за 53 секунды. А, и, э, ну, про Мерсье, что можно сказать, он э, такой достаточно э, физически сильный парень, обладает борцовской базой. но ну, вот как, как мы в крайнем бою увидели, в стойке он тоже, э, ну, достаточно может быть опасным. И это противостояние, оно весьма равным кажется, и букмекеры тоже здесь э, выставляют равные коэффициенты сейчас э, по, по западу. 1,83 на каждого спортсмена, то есть э, не особо определились. Ну, стоит... Э, в общем, э, не, не знаю, как бы, Андрюх. Мне, как, как ты знаешь, Бен Мерсье в принципе нравится. Я, конечно же, за него здесь поболею, а ты уж скажи объективно, что думаешь. На самом деле, Хернандес дебютировал просто феноменально. Как бы, ну, все мы прекрасно знаем, то, что Бенил Дарюш – любитель такой, раскрыть варежку и что-нибудь заполучить туда. И так случилось, в принципе, и в этом бою. Возвращаясь к ситуации, где каждый может вырубить каждого. Здесь, в принципе, так и получилось. Бой этот не продлился очень долго. Дарьюш пропустил практически сразу же серьезное попадание и проиграл этот бой. И, соответственно, по Александру мы ничего сейчас сказать не можем. И его кардио, его борьба, take down defense по-прежнему остаются под вопросом. И что-то мне подсказывает, что в этом компоненте у него будут вопросы, потому что с такими бойцами, как Абан Мерсье, он еще никогда не сталкивался. И здесь для него однозначным вопросом станут габариты, поскольку, несмотря на то, что у них здесь на сайте UFC указан одинаковый рост, это далеко не так, вы в этом убедитесь. На Астердауне Мерсе будет значительно выше и габаритнее своего оппонента. Плюс ко всему, у него очень серьезный дзюдейский бэкграунд, который также станет для Хернандеса очень серьезной проблемой. В общем, я думаю, то, что Мерсье устроит ему серьезную взбучку и, скорее всего, завершит побед, победой с Абмишином во втором-третьем раунде этот поединок. Ну, вот это просто было приятно слышать. Ну, посмотрим. Я думаю, что, конечно же, здесь Александр Фернандес будет очень мотивирован, потому что вторая победа подряд и скажем, вторая жесткая победа подряд для него прям, ну, очень такие хорошие перспективы откроет. Но я полагаю, что все-таки здесь этого не будет. И следующий бой у нас э, тоже весьма интересный. Здесь возвращение бывшей чемпионки э, Джоанны Джейчик. Она сейчас находится на, э, на первой строчке рейтинга. Встречается с пятым номером э, Тиша Торрес. Э, ну, Здесь особо в представлениях не, не нуждаются да, спортсменки. Еджечи, к сожалению, проиграла свои два крайних боя. Роуз на Маньюнус, И если первый бой она проиграла таким нокаутом, то ее крайний бой, реванш, уже был ближе, но тем не менее, судьи, склонились. Кросс на нас хотя я знаю, что там у некоторых вопросы возникли по этому поводу, но а, мы имеем то, что мы имеем. Два поражения подряд, и сейчас, чтобы а, опять претендовать на какие-то чемпионские а, на, на чемпионский пояс, ей нужно заполучить а, ну, одну-две победы, я полагаю. А, Тиша Торес а, тоже достаточно неплохая спортсменка. А, 10-2 у нее рекорд и свои вот эти два поражения как раз она получила от Роуз на которая является чемпионкой. А я напомню, что до этого она выигрывала Роуз на И этот бой, вот поражение, это было тоже очень-очень близко. Затем вот после Винстрика из трех побед подряд над Бэк Роллинг, Джулиана Лима и Мишель, Тор, Мишель Уотерсон, она опять проиграла Джессики Андрады, но опять же Андрада просто, ну, действительно очень крутые бои показывает. И сейчас Тиши Торрес попытается реабилитироваться, но с очень-очень непростым соперником. Джоанна Еджейчик здесь идет, ну, вполне ожидаемо, она идет фаворитом за 1,36. Тиши Торрес идет за 3. Ну, не знаю, как, как по мне, более-менее, наверное, по делу. Ты что здесь думаешь, Андрюх? Я думаю, то, что Джоанна изобьет Тишу Торес, и в принципе все. Потому что Джоанна проводила бои с стилистически похожими бойцами, как Тиша Торес, но значительно лучше по своим возможностям, и, например, Джессика Андраш. На самом деле, она также не отличается высоким ростом, но при этом отличается просто феноменальной физической силой для этого дивизиона и очень-очень серьезным ударом. И при этом Джон и нащупал нащупала свою дистанцию и постоянно проваливала ее и заставляла промахиваться, постоянно контратакуя. Тиша Торрес же, имея при, примерно схожие антропометрические показатели, при всем при этом не обладает силой удара, она не имеет побед нокаутом вообще никаких. Ну, по сути, я не, я не знаю, Какую опасность она представляет для Джоанны здесь? Если Джоанна выйдет в нормальной, хорошей для себя форме, то, я думаю, с первых же минут поединка там все станет ясно. Тиша Торрес начнет рваться вперед, как она обычно это делает. Там маленькая торнадо, там постоянно заводит темп и так далее. Но в этой ситуации это будет играть ей не на руку, а на руку только ее соперница. Джона будет в момент сближения ловить ее в клинче, кормить коленями, потом выходить на дистанцию, проваливать, встречать ударами и завершить победу единогласным решением в свою пользу. Да и здесь, да, на самом деле особо и э, нечего говорить. Мне кажется, все достаточно прозрачно будет. Давай так.